Еще раз доброе утро. Сегодня в гостях у программы «Новый день» Бухарский Фаберже. Вот так, не больше и не меньше. Именно так друзья, близкие и, самое главное, истинные профессионалы называют мастера декоративно-прикладного искусства Славика Малашева. Работы Славика на самом деле уникальны, так же, как и техника, которой он работает. Из камней и стразов он выкладывает портреты на любой поверхности. Вот так, если говорить коротко. Ну а более подробно о высоком искусстве мы поговорим сегодня с самим Бухарским Фаберже, Славиком Малашевым, который пришел к нам в студию программы «Новый день». Здравствуйте, Славик. Доброе утро. Чтобы зрители не подумали, что как-то я фамильярно с вами обращаюсь, вы по паспорту так и записаны, да, Славик? Да, да, Славик. По тонкому выражению нашего редактора, если бы у меня была шляпа, я бы ее не только снял бы и съел, преклоняясь перед вашим творчеством. Это какая-то фантастика. Расскажите, пожалуйста, как давно вы вот этим занимаетесь? Ну, я начал заниматься совсем случайно. Если начать все сначала, я в прошлом музыкант. Я бы не сказал, что я такой одаренный. Я и в школе так неважно учился. Но что интересно, с 12 лет я уже играл на больших свадьбах в качестве музыканта. Аккордеон, баян был, синтезатор. Ну, вроде бы меня еврейская жадность, бухарская жадность погубила. Потому что, когда дошел до 17 лет, был переходной возраст, и у меня сорвался голос. Мне было очень трудно, я страшно переживал. Переживал и не мог найти себя. И вы знаете, что я действительно любил хвастаться, любил всегда быть первым в рядах Пугачёвой, вот даже на таком уровне. И все равно я мучился. И как-то раз я во сне видел, видел кино перед своим сном. «Каменный цветок». Это был, если в прошлом был такой фильм. Да, сказка фильм была. Да, да, сказка. И, глядя на эту работу, что или просто я запомнил, и в этот день я увидел сон. Не знаю, какой-то белый, красивый старичок явился ко мне. И он говорит: я знаю, что ты любишь красиво жить, я знаю, что ты любишь мечтать, любишь быть первым. Я тебе, говорит, дам дорогу, ту дорогу. Это на самом деле, мне саму смешно, когда я вот это я родителям говорил, никто не верил, и друзьям даже. Этот старичок вам посоветовал заниматься такой ювелирной работой? Он не сказал, что именно это. Я тебе дам, говорит, такую работу, ты будешь делать каменные работы. Из холодного камня ты должен превратить его в живое. Так. И что интересно, я это не проснулся и не дал значения это. И со временем я начал рисовать, и вижу, все рисуют. И что-то мне хотелось такое сделать, чтобы... Вот вы начали. Это вот то, что мы видим, это уже одни из последних работ, да? Да. А с чего вы начали? С камня или какие-то другие материалы? Нет, сначала я начал выжигать. Есть, вот здесь у меня портрет есть, автопортрет. Это 30 лет тому назад. Я вот такой был, я пробовал и выжигал, и начал пробовать. Вроде бы получается. Вы делаете только автопортреты, насколько я... Почему? Я и делал знаменитым людям, как Аллы Пугачёвой. Вот недавно, месяцев 3-4... Подождите, вы с ней лично знакомы? По телефону, да. Ага. Она звонила мне. Звонила, ну и как, что я вырос в кругу артистов. Я думал, что кто-то меня разыгрывает. И просто меня... То есть вы выложили ее портрет в камне, да? Да, да. Ага. А вот вы начали с портретов. Как вы пришли вот к таким напоминающим работы Фаберже произведениям? Ну, как я... Начнем с бутылок. Ну, с бутылок, конечно, всегда. Давайте начнем с бутылок, да. Я читал стихи Умара Хайяма, и он страшно описывал внутреннее содержимое. Про вино сказочно описывал. Я это решил всю красоту вытащить снаружи. И я бы, вроде бы, мне кажется, я достиг этого такого. Это все камни? Все камни. Там ничего лишнего нет. Сколько времени занимает вот такая работа? Вот это проблема. Это занимает 18-20 дней усердной работы. Можно я открою зрителям секрет? Вы работали в знаменитом Эрмитаже, да? Да. Так, вы занимались там тем же или делали что-то другое? И тем же, и другое занимался. Но рассказать, как я попал туда... Вас пригласил директор Петровский? Нет, я был приглашен на свадьбу в Ленинград двоюродному брату. А он был такой делец, что и там были яркие люди. И вы привезли это он в качестве подарка? Он попросил меня, чтобы я сделал на большой посуде подносе, сделал свадебный подарок. Но я не знал, что там будет директор академик Петровский.
Ну, я вышел, поздравил официально, и пару песен спел, и преподнес эту свою работу. И эта работа пошла по кругу. Ну, вроде... Все были в восхищении. Да. И что интересно, когда он увидел эту работу, и он позвал меня. Мы разговаривали, ну, когда он сказал, что я директор Эрмитажа. Мне было... Я дар речи потерял, и на следующий день я пришел с родственником к нему. И когда он оценил, сказал, что ты очень делаешь профессионально, где ты учился? Я говорю, я нигде не учился. Но он удивился. И когда он оценил эту работу, тогда у меня большой интерес разыгрался, что, окажется, действительно я делаю правильно. И начал еще больше работать над собой. И вот еще кто-то есть, я не знаю, в Израиле, в России, нет, в мире кто-то? Нет, вот эти, знаете, что то интересно. То есть после Фаберже вы следующий? Вроде бы, но я не знаю, как или похвастаться, но я... Хвастайтесь, хвастайтесь. Превзошел его. Превзошел на портреты. В портреты я делал. Да, я видел, увы, размеры студии не позволяют, да, показать портреты. Я просто могу это подтвердить. Это фантастическая работа. Это никто работа. Не делает в мире. В камнях выложены тени на лице. Это никто это не делает в мире, потому что я прошел по интернетам. Никто не делает. Большое спасибо, Славик. Ведущие зрители в восхищении. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был Славик Мавашев, мастер по декоративно-прикладному искусству. Мы ненадолго прерываемся, а потом возвращаемся в нашу студию.